28 олимпийских видов программы, 5 стилей плавания, дельфин на спине, брас-кроль и комплексный. 3 дистанции – 100, 200 и 400 метров. За 3 дня чемпионата области по плаванию выступит больше 200 участников. Среди них один мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта. Чемпионат области – это путевка на первенство России среди юниоров. Он пройдет через несколько дней в Саранске. Сейчас важно не уровень результатов, важен то, чтобы люди отбирались на соревнования, формировалась команда области с целью поездки. Кирилл Алымов, спортсмен из Владимира, стал первым на дистанции 100 метров кролем. Спорт пришел по меркам плавания поздно, в 12 лет. За 15 лет спортивной карьеры получил разряд мастера спорта. Подготовка идет разная, к каждой дистанции своя подготовка. 100 метров – это, скажем, такой большой спринт, 50-100, то есть тут не угадаешь. Надо работать во всю силу, вот, то есть ускориться и на втором полтиннике еще финишировать. В чемпионате области могут участвовать как юниоры, так и уже известные спортсмены. Бронзовый призер недавнего чемпионата России по плаванию – 17-летняя ковровская пловчиха Анастасия Авдеева в этих соревнованиях выступала в непривычном для себя стиле – в брасе. Через 3 дня Анастасия будет выступать на первенстве России в Саранске уже на спине на всех дистанциях – 100, 200 и 400 метров. Этот старт просто так, другие дистанции, другой стиль, чтобы другие мышцы немного нагрузить. Вот, а так взяла брас, ну просто вот для себя пробыть и показать, как вот могу пробыть и все. Чемпионат области по плаванию продлится до 22 ноября. Желающие могут поболеть за любимых спортсменов. Соревнования открытые. Проходят в городском центре здоровья на Мира 59. Игорь Липский, Егор Хрыбко, 6 канал.